12 глава книги пророка Осии. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видение, и через пророка употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него».